Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. И вот наступил вечер, и мы сейчас собираем пыльцу с пыльцеловителей, которые пчелы собрали за день. И сейчас посмотрим, сколько у них чего получилось. Эта семья хорошая у нас, сильная. Вот. Смотрите. Это вот такое количество пыльцы пчела собрала за один день. Здесь присутствует пыльца одуванчика мать-мачехи, подснежник, верба, ивы какие-то еще есть, видать. Окраска очень пестрая. Вот мусор тут маленький есть. Рассеивать будем, сушить и готовить все. Следующих встреч.